Дорогие друзья, вас приветствует первый молодежный телеканал О2ТВ, программа «Брать живьем», прямой эфир. Меня зовут Владимир Сторожук. Сегодня шикарная пятница для того, чтобы встретить шикарную группу под названием «Слот». Так что втыкайтесь в «Слот» прямо сейчас. Thank you.
Или застряли в такт, молчали, нас доставали 45 минут. Мы летело так хотело, но не сумело. Тросы, канаты, мы гранаты. Там на десятом только 5 секунд. Было дело, пролетело, знаю, теряю. Отлично, ну что, начинаются боевые действия, песня «Экстрим». Let's go!
на город волной О2 ТВ! Воронка! Я путь не тонуть, не знала предела. Ага, задела, теперь придется за дело. Плати собственным телом. Находясь не здесь и не там, всплывать на свет к усталым богам. Искать ответы, терять по губам. Так лето, так где-то в стеклопакетах по углам. Висели на краю постели, еле-еле бьется свет в конце туннеля. Насколько хватало, все было мало. Не надо гнать, я не знала. Но посмотри, как ты стала. Ты отстала, других не догнать. С утра усталость, а время только вставать. Цель осталась простая, где бы достать. Из-под земли словно растает, словно стой. Смотри, в руках пусто, а с утра еще было, ты забыла, подумай, или просто забыла. И оно ускользнуло, упало, остыло, но оно было от глазки без исходки. Короткий проблеск, может, водки, не постирала шмотки на фотке красотки. Ведь это будет тем летом, не даст нужно когда-то, попробуй вспомнить, а где-то. Программа «Брать живьем» прямой эфир. Увидимся после короткой рекламы. Программа «Брать живьем» первый молодежный телеканал О2 ТВ. Прямой эфир. Только что солист группы Кэш сказал нам, что лучше тут иметь Николая Валуева оператором. Тогда будет проще расталкивать тех, кто тут танцует. Но зачем их расталкивать? Потому что нужно устраивать слэм под слот. Поехали! Парни, девчонки, песня «Мертвые». Послушай, я остановлюсь, пока не поздно. Я падаю вниз за тобой. Туда, где светят твои мертвые звезды, ослепляя солнце. Я сам себе придумал путь, расставил маяки. Иду по узкой пустыне, в толпе людской. Собираюсь обмануть течение быстрой реки, пока мой след не простынет. Бегали за мной. За тобой, за тобой, за тобой, за тобой, за тобой.
распугал давно друзей, но мой спокоен взгляд, свободный волк, одиночка, законом спиной. Мне надо сдать себя в музей и жить там, как экспонат. Все я сказал, и точка, не ходи за мной. За тобой, за тобой, за тобой, за тобой. Человек жил, все ел, пил, тусил, но не хватает силы, толится того, что хочется, но сильно колется. И он молится, все надеется, сим-сим откроется, от солнца слегка сиянием борется, слеза надежды в глазах троиц, там три в одном. Дракон три лица, зовется троица. Нежды ответ. Это слово зовется, и к тебе вернется, это разговор с пустотой. Ответом. И снова слово зовется, это разговор с пустотой. Если я взял. Натянулись эти паутины. Внутри нас все причины. Внутри нас не найти. Нас там внутри нас три плотины. Одна трясина, идти на морские мины. Тишина в этой гильотине срубит головы, что вы поднялись на это трините. Эх, и слово отзовется, и к тебе вернется. Это разговор с пустотой. Ответа. И снова слово отзовется, это разговор пустой. Ты отзывай. Естественно, не нас слышат, но они нас не слушают и принимают наши души. Душ душного равнодушия, белый флаг приблизит время, где все не так, и мы не те, и превратится трините бесконечность, инфинити, yeah. И ты радио время, я убежал, лжи. Yeah!
отлично. Ну что, простая история. Детская считалочка до 10. Помогаем, я. Проверим сейчас. Кмо. Заседает через экран событий тонкую нить. Сцена за сценой. Мне надо выполнить план, найти врага и убить. Вместе с системой. Ты не сказал, ты нужно назад. Найду себя среди. Закрыта миссия, всех убил. Теперь один командир. Но кто-то тихо выход закрыл и заминировал мир. Без варинатом. Это писа. И здесь и там пополам. Найду себя среди. Мой виртуальный двойник в тело проник. Один пароль, тот же не. И роль на двоих. Где дальний мир? Бесплатный мир. Где мой эфир? Военный мир. Считали, круто! Ну и метал-хит времен и народов отечественных, конечно, Ультирос. Ноги пошире! Yeah.
началось как игра. Такая злая игра. Мой лезет в небо сожгло. Так на небо сожгло. Когда застыл свой искра. Все это плата за утро. А пока как богиню на руках носят жану. Брать живьем первый молодежный телеканал О2 ТВ. Прямой эфир. Друзья, как настроение в зале? Я надеюсь, такой же отличный у вас, дорогие зрители, которые смотрите программу «Брать живьем». Ну а как настроение у наших исполнителей группы «Слот»? А? Как настроение? Да ничего, предстоит лечение. Вы знаете, мне вот интересно, ваш альбом называется «Тринити», что означает «Троица», и это, в общем-то, основной догмат христианства. Вы хотели что-то сказать религиозное или это что-то свое? Это, во-первых, цифра 3, это, в общем, традиции, как у Ли Зеппеля, да? Первый, второй, третий. Вот это многогранное название, расскажите о нем. Многогранное, конечно. Песня есть у нас такая про равнодушие, «Слеп глухонем». Оно же «Тринити», и, в общем, оно же название, и концепция, и все такое. У меня есть вопрос из зала. Привет, как тебя зовут? Меня зовут Саша. А что вы считаете самой большой удачей в жизни? Надеюсь, что все удачи еще впереди. Хороший ответ. Ну, мне такой вот коротенький вопрос, мало времени, потому что прямой эфир. Скажите, вы большие фанаты сериала «Саус Парк»? Вот он за ужином всегда его смотрит и пристрастился, увы. Я считаю, что парни, которые пишут сценарии для «Саус Парка», они делают хорошее дело. Пусть это облечено в жесткий современный юмор, ну вот. Но фундамент у них очень хороший, они стебутся. Это мещанство и прочая чушь. Ну вы считаете, они зря убили Кенни или нет? Что ж да? Да Кенни жив на самом деле. Друзья мои, Кенни жив, и у нас сегодня в гостях группа «Слот». Увидимся после рекламы. Переключать просто нельзя. Счастье в наших сердцах, счастье здесь, в студии, потому что это программа «Брать живьем». Прямой эфир, первый молодежный телеканал О2 ТВ. Меня зовут Владимир Стражук. Хочу напомнить, что вы, дорогие друзья, можете совершенно бесплатно присутствовать у нас здесь в студии, потому что у нас, как вы знаете, выступают только самые лучшие. Заходите на сайт o2tv.ru, пишите письмо, и вы будете здесь, потому что сегодня слом под слот! Ladies and gentlemen, песня «Пластика». Бум, щелак, лак, бум! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! Купите тело по модели, пацану. Вы забудете
Мы на чеку всегда придем на подмогу одному чуваку, а именно Господу Богу. Много у парня в длинном списке народа. Модно быть красивым, а родились уродом. Походу про вас забыл запаренный боже. Так несите деньги, и будет вам тонус кожи. Любой овал лица и даже конус тоже. Вы, к примеру, на кого хотите быть похож? У вас всех! Ваше спасение! Деньги имеют значение! Много терпения, и все окей, все окей, все окей. У вас всех всем потрясение. У вас всех всем потрясение. У вас всех всем потрясение. Себя на представление. Бум, щелак, рак, бум, и бум. Пластический хирург! Кровь ползет внизу, скользает вроде бы. Вернем вам ее на историческую родину. Ведь мы не те врачи, которые станут лечить. Взгляните на грудь! Футбольные мячи! Ползло утопает в волне целлюлита. Спокойно, доктор знает, где собака зарыта. Закрыта дорога на обложке и кроны. С нами добро подгронишь или гормоны! Ложь спасения! Слово не имеет значения! Примите поздравления! Вам повезло всем подругам на зло! Отлично! В книгу рекордов Гиннесса запишем. На сцене было 13 девчонок. Все супер. Ну что? Вы будете здесь жить? Мы сегодня не бросаем. А, сейчас посмотрим. Я вас умоляю, ну, что такое? Чуваки, ну что такое? Это прекрасные девушки. А вы сразу про филейные части. Что? Ну так вот. Девчонки, у нас сейчас серьезно. Девушки песни. Желают прыгать. Называется это стейдж-дайвинг. Парни, вы же меня не подведете. Подтягивайтесь ближе. Это мало народу. Подходите. Песня на пропасти во лжи первая пошла. Я не вижу народ, ну... Come on! Я старше себя на 13 слов. Вместе они вранья скажу. Когда найду другую грязь и вступят в взаимосвязь, четвертый влаз среди окроет путь! Пока облака и стали рассали, разы нам живы, снова себя теряли, пропасть держи! Вся правда вода. Хочу продам, за сколько купила ложь во проводам.
как язык мой враг мой, это факт. И нервы рвутся в так, и больно так. Сказать это ложь, нож, покорный расплавленный воск, мозг. Умирал он, думал, что врал, но оказалось это правда. Я... Пока в облака и стали, бросали фразы на жил. Я отлично. Песня, конечно, для этого не предназначена, но тем не менее. Еще и напоминает. Кто, когда и зачем убил Келлер? А я вот пришел к такому умозаключению. Кенни упал с лестницы, главой о ступени. Да все намного проще на войне мировоззрения. Он погиб от изменения перемен и значений. А может кому-то в момент плохого настроения захотелось, чтоб народу было меньше в помещении. Или просто, чтоб народу было меньше в помещении, захотелось пострелять. И не нашлось другой мишени. Я думаю, что все из-за атмосферных явлений. Луна затмений. Ага, землетрясение. Он был причиной глобальных потеплений. Из-за этой фигни они убили Кель. Сволочи! Они убили Кель! Сволочи! Сволочи! Они убили Кенни! Эти сволочи объявили Кенни! Сволочи! Они убили Кенни! Сволочи! Сволочи! Эти сволочи объявили Кенни! Причина смерти обострения у ответной мигрени. Не, аллергия на цветение, сиреневый сирене. А, значит, это причина в неудачном лечении. Нам остается надеяться, что Кенни умер без мучений. Интуиция мне подсказывает, что он погиб из-за лени. Лени кравится! Да нет, природной лени. Лень природа? Это когда кесарево сечение? А, все, проехали. Не имеет значения. Сволочи! Они убили Кенни! Сволочи! Сволочи! Но Кенни живее всех живых такого лени. И в следующей серии он будет снова из тени, чтобы кто-нибудь мог крикнуть без тени сомнений. Господи! Сволочи! 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 Сволочи!
Так, я девчонки, уже что же вы так и не решились уже? Давайте. Я уже понимаю, что Кенни убить давайте. Легче, чем скинуть девушек со сцены. Они все не кончаются и не кончаются. Давайте, давайте. Как у Хармса, а бабушки все падали и падали. Полетели! Вы похоже, готовы, похоже на кого? На небе плавится звезда, под ногами асфальт, снег или вода. И всегда и везде со мной и парда. Был ливер, но это не видно. Кирилл! Запретные бомбы. Кирилл! Упасть на городе бомбы. Кирилл! Допрыгнуть до луны, мы все здесь забыли. Все готово к прыжку, и он взорвет нам башку. Мы готовы, а вы? Брось доска, под ногами доска. Вот тебе моя доска, у нас нет зоопарка, паспортов ЦСКА. Плевать на цвета, полоски, прическа. Главное, чтобы чел был свой в доску. Упал обычное дело. Значит, то помято тело. И порваны штаны. Но дамы все больны. Все готово к прыжку. Он взорвет нам башку. Мы готовы, а вы? Брось доска, под ногами доска. Подрывает ключи за миска. В этой прессе ее жизнь мы напали миска. Брось доска, под ногами доска. Брось доска, под ногами доска. Точки отрываются облака. Взрывай пространство разума пуска. Брось доска, под ногами доска. Чё, как дела? Настроение супер, давление в норме. Мы не станем есть музу, которая нас кормит. У нашей музы нет усталых традиций. Ей не обязательно бриться, у нее свои лица. К черту границы! Мы свободные птицы, нам любая драйвовая маза сгодится. От металла до панка, с хардкора до ска. Брось доска, под ногами доска. Брось доска, под ногами доска. Я не нарезу, чем они ска. В этой прессной жизни мы добавили миска. Брось доска, под ногами доска. Брось доска, под ногами доска. Ну что, чтобы ложиться в эфир, надо срочно играть песню «Хаос». Там, где проходят слова по венам, хаос ломает стены и портит гены. Непонятно куда идти, расставляя минус стопы на обычном пути. Страх загоняет тупик, и кто-то забил пустые соты. Заполнил слот, ты перепутал твои следы. Бесполезно смотреть назад. Стены! Минное поле для всех открыто, оно телами сыто и щитом крыто. Лотерейные билеты там, после финиша ты король или взорванный хлам. Нет, кого-то тебе поможет, вокруг такие рожи. Ибо моя тоже по-любому тебе решать. Если надо сыпал, очень приятно все. Yeah!
значит найти. Потерять не значит понять. Это только значит идти, искать, менять. А найти не значит покой, и совсем не значит себя. Это только значит слепой, глухой, тупой. Плевать, кого не шлит, тупить, подбери, добейся, стены в зеркале разбивать. И опять себя получить, опять себя потерять. Отлично, спасибо. Программа «Брать живьем», прямой эфир, дорогие друзья. Это группа «Слот». Внимание и аплодисменты! Спасибо, ДВТВ, все, кто смотрел! Хочу сказать вам большой, выразить большой респект. И я думаю, что все мы выражаем вам огромный респект. Еще раз, ну! Парни, девчонки, до новых встреч! Приглашаю только самых лучших исполнителей. Смотрите нас, не переключайте никогда. Я Владимир Стражук, программа «Брать живьем». Пока.